Я вот хочу сказать, что мы с вами связаны очень давно уже. У меня жена работала несколько лет редактором. Да? Мы давай поженимся, да. Она там бегала. Да это вообще никакая не связь. Да. Я говорю, расскажи про нее. Она говорит, шикарная. Правда? Да. Да, мне она очень всегда восхищалась вами. Ну, серьезно. Если слушай, я так боялась говорили. К вам идти, даже сон какой-то ужасный видел накануне. А у вас здесь как в теплой ванной сидишь с лепестками роз. Да. Можно попукать даже. Вы меня не будете в конце никак это... Нет, конечно, да вы вообще классные. Ну, скажите. Чаю, чаю. Да мы... Водички. Спасибо, нет. Да. Как-то вообще у вас вина. Прям расслабилась. Да. Вчера смотрел, бурлов так сделала.